Домашним арестантам дадут возможность голосовать на выборах, а герои России и Советского Союза смогут вне очереди получить жилье по социальному найму. Соответствующее решение сегодня принял Государственный совет республики. Подробности расскажет Ольга Пырычкина. Ближайшие выборы в Чувашии должны пройти в 2020 году. Жителям республики предстоит выбрать главу региона. Проголосовать теперь смогут и те, кто находится под домашним арестом. Раньше у них, в отличие от находящихся в следственных изоляторах, такой возможности не было. На уровне федерации поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан приняли в конце прошлого года. Теперь в соответствие привели и местное законодательство. Избирательная комиссия должна обеспечивать возможность участия в голосовании избирателей, в отношении которых в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения мест для голосования. Дополнительными правами наделили и другую категорию граждан. Герои России и Советского Союза, которые родились в Чувашии, смогут вне очереди получить жилье по социальному найму. Им предусматривается предоставление жилых помещений. Конечно, есть определенные требования. Это отсутствие недвижимости на территории Чувашской Республики. Кто под такие условия попадает, будут дополнительную поддержку получать. За 28-ю сессию депутаты регионального парламента привели в соответствие с федеральными еще несколько местных законов. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика.